Здравствуй, дорогой друг. Пишу тебе из глубинки. Здесь время течет не так, как в городе. У вас пролетел год, а у нас неторопливо прополз лишь день. Люди здесь говорят, используя не логику, а эмоции. Словом, все иное, все другое. Послушай-ка, какую историю я поведаю тебе сегодня. Святые отцы церкви говорят: веруй, что при каждом твоем деле присутствует сам Бог. Вот уже несколько месяцев в Кстовском благочинии действует социальный центр «Содействие», который совершает по-настоящему богоугодные дела. Здесь помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, малоимущим и всем тем, кто ждет помощи и поддержки. В наше сегодняшнее время мы очень часто не знаем забот наших близких. Иногда даже случается такое, что соседи по лестничной клетке не знают нужд и забот близких к нам людей. И социальный центр содействия при Кстовском благочинии, он как раз и являет помощь тем, кто нуждается. И также есть возможность у православных людей какие-то есть свои личные вещи, продукты питания, поделиться с теми, кто нуждается. Через это проявится и милосердие, и забота. В начале весны волонтеры молодежного отряда «Рассвет» вместе с активистами организации «Трезвение» провели акцию «От сердца к сердцу». Несколько месяцев ребята собирали вещи и продукты питания, чтобы передать их социальному центру содействия. У детей сердца очень милые. Они так ждали этого дня, этого мероприятия. Мы не в один день собрали эти вещи, это продолжалось некоторое время, и каждый раз они спрашивали, когда же у нас состоится акция, когда же у нас состоится акция. Сегодня, встретив в нашем социальном центре с помощью вот наших помощников, ребят, хочется сказать, что в их сердцах уже зажглись маленькие искорки добра и любви к ближнему. Веруй, что при каждом твоем деле присутствует сам Бог. Можно быть уверенным, что Господь не оставит без своего попечения тех, кто трудится во имя добра. А знали ли вы, что прототипом былинного персонажа Ильи Муромца считается исторический силач Чеботок, он же преподобный Илья Муромец? О том, при каких обстоятельствах он получил это прозвище, рассказывает нам летопись Киево-Печерского монастыря. Есть один великан или богатырь, называемый Чеботка. Говорят, что на него напало однажды много неприятелей, в то время, когда он надевал чобуту или сапог. И так как в торопях он не смог захватить никакого другого оружия, то начал защищаться другим сапогом, который еще не надел и им одолел всех. Достоверных сведений о житии святого Ильи Муромца сохранилось до нашего времени крайне мало. Происходил он из простой крестьянской семьи. Из былин известно, что все свое детство и отрочество Илья Муромец просидел на печи. Сообщается, что в 30 лет не имел Илья во ногах хождения. До пострига состоял в княжеской дружине и прославился воинскими подвигами и невиданной силой. Илья Муромец является главным действующим лицом не только наших былин, но и германских поэм XIII века. В эпосе ломбардского цикла в поэме об Ортните «Повелители гарды» дядей главного героя является Илья Русский. Он участвует в походе на Судере и помогает Ортниту добыть невесту. С женой и детьми Илья не виделся почти год, и в поэме говорится о его желании вернуться на Русь. После вполне успешной воинской карьеры и, видимо, вследствие тяжелого ранения, Илья принимает решение окончить свои дни иноком и постригается в Феодосиев монастырь, ныне Киево-Печерскую лавру.
Следует отметить, что это вполне традиционный шаг для православного воина – сменить меч железный на меч духовный и проводить дни в сражении не за земные блага, а за небесные. В настоящее время мощи преподобного Илии Печерского покоятся в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. В 1988 году комиссия Минздрава СССР провела экспертизу мощей святого Ильи Муромца. Для получения объективных данных применялась самая современная методика и сверхточная японская аппаратура. Результаты исследований поразительны. Они показали, что преподобный был исключительно сильным человеком и имел очень высокий рост для того времени – 177 сантиметров. Ученые обнаружили также признаки заболевания позвоночника и следы от многочисленных ранений. Причиной смерти послужил удар острого орудия в область сердца сквозь прикрывающую грудь левую руку. Предполагают, что преподобный Илья Муромец погиб при взятии Киева князем Рюриком Ростиславовичем в 1204 году, сопровождающимся разгромом Печерской лавры союзными половцами. Сегодня святой Илья Муромец является покровителем российских ракетных войск стратегического назначения и пограничной службы. Приблизилось время Великого Поста, время благодатное и святое, торжественное и великое, время духовной весны для христианина. На протяжении всего духоносного подвига каждый из нас призван расцвести для вечности, переродиться, воскреснуть для Царства Христова. Всеми силами души, ума и сердца будем обращены к Богу. Каждой частичкой своего существа будем исполнены стремление приблизить себя к небу, к встрече с Господом. Время Великого Поста, время Святой Четыридесятницы – весьма благодатное и святое время для спасения. Это время, когда каждый из нас может и должен с помощью Господа всего себя без остатка обратить к духовной жизни. Что же должно сопутствовать нам на протяжении всего этого великого и славного подвига? Что должно поддерживать нас в духовном делании, укреплять и помогать нам приблизить себя к Господу Богу? Это покаяние. Да, действительно, покаяние – это сила, которая способна поставить на колени самого Бога перед нашими неправдами и беззакониями. Не существует такого греха, который бы не мог простить Христос, независимо от его тяжести или количества. Но очень часто, дорогие братья и сестры, очень часто наше покаяние бывает таковым, что оно просто не позволяет Богу нас простить. Ибо мы бываем черствы и холодны, бывает оправдываемся, бывает, до конца не осознаем всю тяжесть греха, которым обременено наше сердце. И все эти, и подобные этим настроения могут создать преграду между мной и прощением Господа по отношению ко мне. Блаженный старец однажды произнес слова, которые очень емкие по своему содержанию и значению. Покаяние человека может изменить решение Бога.
сколько глубины в этом коротком выражении. Какую власть и силу открывают эти слова. Как вдохновляют нас, посылая нам духовные силы к преображению, в покаяние. Время Великого Поста, дорогие братья и сестры, это самое великое время, когда Церковью созданы все условия для того, чтобы наполнять себя присутствием Божественного Света. Так давайте же не будем пренебрегать этим временем, воспользуемся им и употребим его себе во благо и во спасение. Аминь.